И вот они, мои родненькие, продолжения. Буквально несколько минут солнышко прошло через вот эту перинку, одеяло из облачков. И вот она заново появилась к нам, заново улыбается, заново благодарит каждого человека, который приехал на Святую Землю, что оно осветило, помогло загореть, помогло нагреть добрыми своими лучами. Потому что Господь создал солнышко для того, чтобы оно освещало нас, чтобы мы смотрели на это удивительное солнышко и понимали, что такое Бог Троица. Солнце – это как прообраз Бога Отца. Луч света – это прообраз Господа нашего Иисуса Христа. А тепло, которое исходит от солнца – это Дух Святой. Вот так можно понять удивительное понятие Пресвятой Троицы. Потому что Бог нас, это Пресвятая Троица, вот так же, как и солнышко. Солнце, которое рождает луч, а, соответственно, от солнца исходит тепло. Слава тебе, Господи, слава тебе, родники, люблю вас и приезжайте в гостиницу Святой Абхазии, и все у вас будет просто замечательно.